Один за одну и второй. Вот посмотри, какой сыр попает у меня дырками внутри. Вот какой жирный сыр. Сыра. И все ко мне хотят. Смотрю, когда же. И тоже бывает на заказ жареный вареный. Вот сейчас это на заказ. И вот чуть-чуть добавляем жирный молоко. Свои. Чтобы сок не был там. И добавляю чуть-чуть. И мальчик, вот этот внук мой. И да, дочки на сын. Зуни сгорел. А я буду делать хостини чуть-чуть. Сколько ложу? И все за этого ко мне ходят. Много. Положить. И на свадьбу. Вот сыр тоже сколько я ложу. Все заказывают фасулям с капуста, с ореха. Свои. Это нереально. Не бывает вкусно. Это пока вам делаю на заказ. Сыром. И посмотри, чистый сыр.
И сколько я ложу. Сейчас на него буду ложить пироги. Когда уже чуть-чуть бывает, тогда окисляется. Но я вот сегодня слив, поэтому запах есть, это мини-запах. Вот здесь полка, все бывает полный. Еще груши не сделали, лето не сделали. Сейчас вот эти тесто маленькие на фэчжэн и будут потолще надо на фэчжэн. Вот такой. Там лук, там приправа, все есть. И вот такой много ложу, сколько я ложу. И там на кафе вот так. Вот я дома сама делаю, и у меня рабочий нету, и все я сама делаю. Красиво. Мне никто не помогает. Сейчас с этим надо это повернуться, потому что там много тенки. Я по 10, по 15 штук покупаю. Вот. И чтобы не порвалось. Ох, такой вкус не бывает вот с фасолом. Все заказывают с фасолом. Thank you.
там видно, да? Сыром.